нижний уровень, бам, бедро, вот эта область, изнутри желательно, не сверху. Уже поставите сверху, удар может чуть-чуть пролететь. Поставите ему снизу вверх, удар может пролететь. Поэтому чуть-чуть нагружали и здесь. При этом у нас идет как внутренний, так и, соответственно, наружный. Это подставка, то есть мы не делаем удар, прямо как Филипп там или что-то там, да? То есть чем сильнее он будет бить, тем больнее будет ему. То есть стопой более щадящий, пяткой, ну, то есть почувствуйте, да, всей стопой, а пяткой она как бы болезненнее. Соответственно, нам проще делать вот такими движениями, чем вот такими более сложными, но вы можете. И как ставим, можно контролировать всю ногу за счет этого. Да. И в крайнем случае, когда мы включаем здесь, что более уже ближе к вам, более опасно. Соответственно, в этой области.